Доброе утро! Первый день, когда более-менее, стало, как это сказать, прохладно ходить, и появилась возможность слегка прогуляться, потому что в Москве стоит какой-то дикий циклон жары, и прям мне это так раздражает, не могу, я так не люблю жару, и вообще не люблю, когда солнце как-то так светит ярко очень. В общем, гуляем после дождя, гуляем, типа, я вместе с вами, вот. Это парк недалеко от того местности, где я живу. Здесь очень красиво. Хотела бы я вам показать его в более ярких красках, когда здесь солнце выходило. Но у меня был звонок очень важный, я не успела отснять. Вот, если честно, это вот выглядит именно так. Я так люблю, когда такой ливень. Ребята, вы не представляете себе. Я просто обожаю ливни. И обожаю именно вот такие летние, осенние. Мне не важно, на самом деле, в какой временной период они были. Но посмотрите, как это круто. Вообще, вообще это... А еще я люблю вот такие вот баночки с водой, я делаю их сама, добавляю туда всяких фруктов, перемешиваю с мятой, беру с собой на всякие прогулки, там куда-нибудь на съемки, ну, в общем, вы можете брать куда и хотите. Второе лето подряд я делаю именно вот такие вот штуки. Ну, а сейчас мы с вами отправимся на фестиваль мороженого, который был совсем недавно у нас в Москве. Но в завершении этого мероприятия мне очень хотелось попробовать какое-нибудь экзотическое мороженое, которое, ну, в обычной жизни просто так не купишь. Я очень долго искала мороженое со вкусом медузы. Представляете, есть такое мороженое со вкусом медузы. Но говорят, то, что оно уже закончилось, и со вкусом васаби, говорят, тоже было и тоже закончилось. А также еще было мороженое со вкусом шампанского, но я не нашла. Зато нашла очень необычное мороженое с чернилами каракатицы.
по-моему, так, да, правильно называется. Я вам сейчас покажу фотографию, как это выглядит. Мороженое черное, и оно соленое. Его придумали японцы, и вот на этом фестивале мороженого мне удалось попробовать. Вид, конечно, мороженого очень странный, но на самом деле оно безумно вкусное. Но когда я стояла в очереди, на меня очень странно смотрели люди, когда я покупала именно это черное мороженое. Ну а после этого мероприятия мы поехали кататься на великах, и я вам сейчас покажу, как это было. Правда, это было в гаражах. Главное только нет. Я просто, ты так не сможешь снимать. Вау! Нет, нормально. Нормально. Прям как это, видеоблог. Вау! В этот раз случилась какая-то жопа с монтажом, и это видео я делала очень долго. Оно должно было выйти в субботу, но вот такая вот фигня произошла. Сейчас хочу вам показать кадры, которые все знают, что в Москве совсем недавно был ураган. Я хотела показать, ну, небольшую часть этого урагана. Это было очень красиво. Ну, вы сейчас сами видите, потому что молнии летали просто без... Было такое очень грандиозное светопредставление, я думаю, вам понравится. На этом хочу с вами попрощаться. Всегда ваша Громнота. Совсем скоро увидимся с вами снова.
Ну, потом.